прикасаться к Богу. Tad, kad cilvēks pārstāja lūgt, viņš pārstāja pieskarties Dievam. Cilvēks pārstāja iet uz draudzi. Потому что он перестаёт прикасаться к Богу. Viņš pārstāja pieskarties Dievam. Скажешь, ну, вы понимаете, тут он у нас пастор, он так нас не сильно вдохновляет прикасаться. Ziniet, mums mācīties, viņš tā nepārāk iedvesmo. Мы были в этой церкви. Если бы не Хин постоянно нам пел в белом пиджаке. Я так обенис Хин дзеда от балта жакета. Да бы все были в духе святом. Тогда все будут святая гора. Знаете, я прикасался к Иисусу Христу. Es pieskāros Jēzum Kristum. В самых непонятных собраниях. Viss neskaidrākajās sapulcēs. С самыми странными проповедниками. Ar visjocīgākajiem sludinātājiem. Потому что прикосновение не зависит от него. Jo pieskāriens ne no atkarīgs. Прикосновение зависит от нас. Pieskāršanās ir atkarīga. Прикосновение зависит от того, какое прославление. Pieskāršanās nav atkarīga no tā, kāda slavēšana. Прикосновение зависит от твоего желания. Pieskāršanās ir atkarīga no tavas vēlmes. Прикоснуться к Иисусу. Pieskarties Jēzum. Ты прикоснуться к Иисусу можешь, как Павел в тюрьме. Tu vari kā Pāvils cietumā pieskarties Jēzum. Христу. Kas sāka dziedāt Jēzum Kristu. В этот момент прикосновение пришло. Un tajā brīdī atnāca pieskāršanās. Он соприкоснулся с силой. Viņš pieskarās spēkam. И это этой силы всё поколебалось. Un šis spēks visu satricināja. Ты можешь прикоснуться как эта женщина. Tu vari pieskarties kā šī sieviete. Которая прорывалась через толпу. Kas lauzās cauri pūlim. Которая наступали на ноги, на руки. Kurai kāpa uz rokām un kājām. Она ползла среди этой толпы, чтобы прикоснуться только к Иисусу. Viņa lauzās cauri pūlim, lai pieskartos tikai Jēzum. Потому что она верила. Es zinu, ka viņi ticēja. Братья и сестры, я верю в прикосновение. Es ticu šim pieskārienam. Я верю не в реабилитационные центры. Я верю в прикосновение. Es neticu rehabilitācijas centriem. Я верю не в особые собрания. Я верю в прикосновение. Es ticu pieskārienam. Я верю не в суперучение. Es neticu supermācībām. Я верю в прикосновение. Es ticu pieskārienam. Потому что прикосновение меняет людей. Jo pieskaršanās прикосновение исцеляет. Pieskaršanās dziedina. Прикосновение освобождает. Pieskaršanās прикосновение делает Pieskaršanās dara cilvēku stipru. Amen. И отсутствие прикосновения. Un pieskaršanās trūkums. Делает человека религиозным. Padara cilvēku religiozu. Обозлённым. Tādu dusmīgu. Оно делает человека без плода. Padara cilvēku neauglīgu. Нам надо захотеть прикоснуться к нему. Vajag vēlēties pieskarties viņam. Мы сегодня будем поклоняться Богу. Mēs pielūksim Dievu. Grupa proslavienia может проходить. Мы будем петь Богу. Slavēšanas grupa var nākt, mēs dziedāsim Dievam. Я верю, что сегодня Дух Святой к тебе прикоснётся. Un es ticu, ka Svētais Garš tev pieskarsies. Здесь самый главный не я. Pats galvenais neesmu es. Здесь главнее всего Святой Дух. Šeit galvenāks par visu ir Svētais Gars. Через твою веру. Caur tavu ticību. В твою жизнь может произойти прикосновение. Tavā dzīvē var notikt pieskāriens. Через твою веру. Caur tavu ticību. Вся твоя жизнь, вся твоя судьба. Visa tava dzīve, visa tavas liktenes. Она может измениться. Tas var izmainīties. Если ты захочешь. Я ту вэлэсэс. Если ты захочешь. Я ту вэлэсэс. Когда я протягиваю свою руку кому-то. Когда систем свою руку. Чтобы поздороваться. Лай посвеценатос. Всё зависит от того, кому моя рука протянута. Висер открыкс, но так. Если он захочет. Систем, если он захочет. Я винч вэлэсэс. Если у него будет желание. Я виням бус вэлме. Если он будет расположен. Я виням бус лабэлип. Тогда он протянет свою руку взамен. Tad viņš pastieps arī savu roku man pretī. И произойдёт прикосновение. Un notiks pieskāriens. Но если он не захочет. Bet ja viņš nevēlēsies. Если он не захочет. Ja nevēlēsies. Бог никого не заставляет. Dievs nevienam nepiespiež. Иисус Христос давным-давно протянул свои руки к нам. Jēzus Kristus jau sen ir izstieps savu roku. Когда он пришёл в этот мир, он протянул свои руки к нам. Kad viņš atnāca šajā pasaulē, viņš izstiep savas rokas. Он стал так близко к человеку, как только можно. Viņš kļuva tik tūs cilvēkam, cik vien var būt. Так близко. Tik tū. Друзья, я хочу вам сказать, Иисус сегодня так близко. Jēzus šodien ir tik tū. Он так близко сегодня. Viņš ir tik tū. Ты даже не подозреваешь, насколько близко он к тебе. Tu pat nenojaut, cik viņš tuvu ir. И насколько он сильно хочет. Un cik spēcīgi viņš vēlas. Прикоснуться. Pieskarties. Насколько сильно он хочет, чтобы ты был исцелен. Cik viņš spēcīgi vēlas, lai tu būtu dziedināts. Чтобы ты был освобожден. Lai tu būtu atbrīvots. Бог не радуется нашим проблемам. Dievs nepriecājas par mūsu Бог проблемам. Бог радуется, когда он их решает. Dievs priecājas, kad mēs Бог радуется, когда наши жизни меняются. Viņš priecājas, kad mūsu dzīves mainās. Но для этого нам надо ответить на его протянутую руку. Mums jāatbild uz viņa izstieptu roku. Давайте поднимемся на наши ноги. Piecelsimies mūsu kājām. Закрой сейчас свои глаза. Aizver savus acis.
Я хочу прежде всего обратиться к тем людям, кто первый раз здесь. Es gribu pirmo, vispirms uzrunāt tos cilvēkus. Возможно, вы были с Богом, но потом уходили. Varbūt jūs esat bijuši ar Dievu un pēc tam aizgājuši. Возможно, вы были с Иисусом. Varbūt jūs bijāt ar Jēzu. И отступали от него. Un aizgājāt no viņa. А возможно, вы вообще не приходили к Иисусу. Varbūt jūs vispār neesat bijuši. Ты слушаешь сегодня и не понимаешь, что это за Иисус. Un tu dzirdi, un tu nesaprati, kas ir Jēzus. Что это за прикосновение? Kas tas par pieskārienu? Если ты сегодня понимаешь, что ты грешник. Я то сегодня сопрот, что ты из грешенец. Ты понимаешь, что в твоей жизни есть множество грехов. И он то сопрот, когда в отзыве дал греху. Сегодня Иисус Христос. Сегодня Иисус Христос. В ответ. Отбилде. На твою молитву покаяния. Уставу, ну грех нужал слукшену. Может прикоснуться и удалить твой грех. Вор пескартес он избалинат тау грех. Положи свою руку на сердце и спроси себя. Узлет свою руку с сердцем поел сел. Спасен я или нет? Vai esmu glābts vai nē? Если в моём сердце Иисус. Vai manā sirdī ir Jēzus? Если внутри меня Христос. Vai manī ir Kristus? Прощены мои грехи или нет? Vai mani grēki man piedoti vai nē? Если ты не знаешь ответ. Ja tu nezini atbildi. Или ты понимаешь, что ты грешник. Vai tu saproti, ka tu esi grēcinieks? Тебе нужно покаяние. Tev vajadzīgi grēku nožēlošana. Там, где ты есть. Tur, kur tu esi. Просто подними свою руку, я хочу с тобой помолиться. Var pacelt savu roku, un es vienkārši lūksim. Если тебе нужно покаяние. Ja tev vajadzīgi grēku nožēlošana. Прощение грехов. Грēku piedošana. Если вы подняли свою руку или не подняли. Вы её спацелат вы не поцелат. Вам нужно, чтобы Иисус вошёл в ваше сердце. Вот Иисус, я эти сердце. И стал вашим Господом и Спасителем. Кьют пар, ланьш кьют пар. Пройдите сюда, я с вами помолюсь. Нац с приехшими с тобой копа лукш. Пройдите сюда вперёд, я с вами помолюсь, чтобы Иисус вошёл в ваше сердце. Иисус вот нац с приехшими с полукш копа рисли. Я сына, Проходите сюда, мы будем с вами молиться, чтобы Иисус вошел в ваше сердце. Нацет, мы слухсим, ла Иисус сынок, Иисус сердце. Все, кому нужна эта молитва, проходите сюда вперед, поближе ко мне. Висим, кому вайдзик, ши лукшим нацет. Будем с вами молиться, чтобы Иисус вошел в ваше сердце. Мы слухсим, ла Иисус сынок, Иисус сердце. Чтобы Он стал вашим Господом. Ла Винч клюст пар Иисусу кунгу. Чтобы Он стал вашим Спасителем. Ла Винч клюст пар Иисусу глабе. У Него сегодня есть сила победить все ваши проблемы. Виньям ир спекс, узарает висис Иисус проблемы. У Него есть сила победить все ваши грехи. Uzvarēt visus jūs grēkus. Иисус Христос здесь, чтобы освободить тебя от греха. Jēzus Kristus ir šeit, lai atbrīvotu no grēka. Его прикосновение может сделать тебя праведником. Viņa pieskariens var darīt tevi par taisno. Слава Иисусу. Слава Jēzum. Давайте те, кто прошу сюда, поднимем свои руки к Господу. Pacelsim savas rokas Jēzum. Свои две руки к Иисусу. Savas rokas kungam. И скажем со мной молитву вслух. Un pateiksim šo lūkšanu skaļā balsī. Скажите, дорогой Иисус. Dārgais Jēzum. Я прихожу к тебе. Es nāku pie tevis. Такой, какой я есть. Tāds, kāds es esmu. И я прошу тебя, Иисус. Un es lūdzu tevi, Jēzum. Войди в мое сердце. Ieej manā sirdī. Стань моим Господом. Kļūst par manu kungu. И стань моим Спасителем. Un kļūst par manu glābēju. Я отрекаюсь от всякого греха. Es atsakos no jebkādiem grēkiem. Я говорю, что я нуждаюсь в тебе. Es saku, ka tu man esi vajadzīgs. Иисус. Jēzum. Прикоснись ко мне. Pieskaries man. Прикоснись ко мне. Pieskaries man. Ты так нужен мне, Иисус. Tu man tā esi vajadzīgs. Я благодарю тебя, Иисус. Es tev pateicos, Jēzum. За твое прощение. Par tavu piedošanu. За твое очищение. Par tavu atbrīvošanu. Что ранами твоими. Ka tavās brūcēs. Я исцелен. Es esmu dziedināts. И кровью твоей. Un tavā asasinīs. Я омыт от греха. Esmu mazgāts no grēkiem. Спасибо тебе, Иисус. Paldies tev, Jēzum. Аминь. Аминь. Постойте ещё закрытыми глазами, я помолюсь за вас. Pastāv vēl ar aizvērtām acīm, es lūgšu par tevi. Прикоснись к этим жизням. Kungs, pieskaries šīm dzīvēm. Прикоснись к этим сердцам. Pieskaries šīm sirdīm. Очисти от всякого греха. Омой от всякого греха. Сотвори новое в их жизнях. Прикоснись, Дух Святой. Дар jaunas dzīves, pieskaries. Прикоснись, Дух Святой. Pieskaries. Прикоснись, Дух Святой. Pieskaries, Святой. Сила твоего исцеления. Lai tavs dziedinošais spēks pieskaries. Прикоснись, Дух Святой. Pieskaries. Прикоснись, Дух Святой. Pieskaries, Святой. Pieskaries, Святой. Прикоснись, Иисус. Посмотрите на меня. Paskatieties uz mani. Иисус Христос. Jēzus Kristus. Сегодня простил все ваши грехи. Šodien piedevis visus jūsu grēkus. Неважно, сколько грехов было в вашей жизни. Nav svarīgi, cik to bija jūsu dzīvē. Важно знать одно. Svarīgi zināt vienu. Что Иисус Христос. Ka Jēzus Kristus. Biblija говорит, что он забрал все наши грехи на крест. Saka, Bībele saka, ka visus grēkus viņš paņēma uz krusta. И когда мы поднимаем руки и просим его прощения.
kad mēs paceļam savas rokas viņam pretī. Он берёт все наши грехи. Viņš paņem visus mūsu grēkus. И он закидывает себе за хребет. Viņš sev aiz muguras pamatīt. Он их забывает. Viņš tos aizmirst. Сегодня Иисус прикоснулся к вам. Šodien Jēzus pieskarās jums. И простил вас. Он piedeva jums. И Библия говорит, если мы начатую жизнь. Un Bībele saka, сохраним до конца. Ja mēs iesāktu dzīvi, pabeigsim galu. Tad nam būs prigotovlen vinets na nebe. Tad mums būs balva debesīs. Amen. Amen. Slava Bogu, vas всех поздравляю. Es jūs visus apsveicu. Vi ходите в церковь. Ei, apmeklējiet draudzi. Общайтесь с братьями и сестрами. Esiet sadraudzībā ar brāļiem māsām. Kādu informāciju sniedziet. Varbūt kādu informāciju, lūk, Oskars puisis, kur viņš iedos. Padodiet, pažalost, na. Jūs varat uz dažām minūtēm iziet ārā un izstāstīt. Tie, kas pieņem Jēzu, tagad jūs varat iznākt ārā, jums pateiks, pastāstīs, kad ir dievkalpojumi, kur jūs varat... Pakā vam raskāžu informāciju o cerkvi. Par draudzi pastāstīs informāciju. Vai dēļat nebaļšī padarečki. Un iedos nelielas dāvanas. Potom mēs būdīm malīca za izsilēni. Pēc tam mēs lūksim par dziedināšanu. Pradīti, pradīti jūs varat droši aiziet līdzi un slava Bogu. Dajte praslājam Gospoda za dosim každava človeka. Aleluja! Aleluja! Давайте поднимем свои руки Господу. Поцелсим рукс Деву. Мы сейчас будем поклоняться Богу. Mēs pielūksim Jēzu. И после того, как мы будем поклоняться Богу. Pēc tam, kad mēs pielūksim. Будем молиться. Mēs lūksim. И я верю, что сила Духа Святого будет исцелять. Un es ticu, ka Svētā Gara spēks dziedinās. Какая бы не было у тебя болезнь. Kāda tev arī nebūtu slimība. Какая бы не была твоя ситуация. Lai kāda nebūtu tava situācija. Сегодня на этом месте есть сила Духа Святого. Šodien ir Svētā Gara spēks. Все зависит только от тебя. Viss ir atkarīgs tikai no tevis. Как ты сильно захочешь прикоснуться к Иисусу. Cik tu ļoti vēlēsies pieskaties Jēzus. Если ты сильно этого захочешь. Ja tu spēcīgi vēlēsies to. То ты прикоснешься к Нему. Tu pieskarsies Viņam. Amin. Amen. Дух Святой, мы нуждаемся в Тебе. Svētais Gars, Tu esi mums vajadzīgs. Нам Иисус. Tu esi mums vajadzīgs. О, на Мари Глебаш. О, ты нужен нам, Иисус. Tu esi mums vajadzīgs, Jēzu. Ты нужен нам, Иисус. Tu esi mums vajadzīgs, Jēzu. Давайте будем петь Иисусу Христу, поклоняться Ему. Dziedāsim Jēzu, pielūksim Viņu. Когда мы начинаем восхвалять Его имя, славяйся Его вārdu. Его сила приходит. Его Дух Святой приходит. Mēs sakam, dvēseli mana teica to kungu, un viss, kas manī viņu varenos darbus. Teic to kungu, jā, teic, manā dvēselē, godāts lai viņa vārds. Dziedi, kā vēl nekad, Воспою всей душой, всей душой, прославлю имя Твое. Буду петь, как никогда, всей душой, прославлю имя Твое. Teic to kungu, jā, teic, manā dvēselē, godāts lai viņa vārds. Ciedi viņam, ciedi kā vēl nekad, manā sirds, lai pielūgs tavs svētais vārds.
Давайте будем еще поклоняться Иисусу. Петь Иисусу. Он мог прикасаться к нам. Давайте прикоснемся своим поклонением к Иисусу. Прикоснемся своей хвалой к Иисусу. О, Шилалаламаде. О, нам так нужен ты, Иисус. О, Шенде, Бора Намасенде. Подними сейчас свои обе руки к Господу. Скажи, Боже мой, Господь, прикоснись ко мне. Пусть Твоя сила прикоснется к моим рукам. Я нуждаюсь в Духе Твоем Святом. Я нуждаюсь в Духе Твоем Святом. Сейчас положи одну руку на то место, где у тебя болезнь. Если это сердце, положи на сердце. Если это опухоль, положи на опухоль. Если это варикозное расширение вен, прикоснись к своим венам. Если это глаза, положи на глаза. Скажи, Дух Святой, прикоснись ко мне. Saki, Svētais Gars, pieskaries man. Прикоснись к моей болезни. Pieskaries manai slimībai. Пусть Твоя сила, lai Tavs spēks, izcelīt меня. Dziedina mani. Lorija baka sančalara labro kosu tolu jebaka seti. Во имя Иисуса Христа я поливаю сегодня всем опухолям. Я поливаю всем опухолям исчезнуть. Es pavēlu visiem audzējiem pazust. Я поливаю всем грыжам исчезнуть. Es pavēlu visām brukām aiziet. Я поливаю духу слепоты уйти вон. Es pavēlu aklumā garam aiziet. Ты глухой дух, убирайся в ад. Sāpes, ej uz zeli. Я поливаю всем болезням. Es pavēlu visām slimībām. Прямо сейчас убраться. Tieši tagad aizvākties. Чья-то катаракта исцеляется прямо сейчас. Катаракта tiek dziedināta tagad. Бог исцеляет тебя. Dievs tevi dziedina. Вот это были проблемы с желудком. Бог исцеляет тебя прямо сейчас. Там были проблемы с... Гастрит уходит. Гонди, гастрит сайзе, тек дзеденац. Кто-то было глухое ухо, прямо сейчас Бог исцеляет тебя, просто положи свой палец в ухо. Dievs dzieden tev ausi. Бог прикасается к тебе. Dievs pieskarās tev. О, Дух Святой! Еще спой, скажи, прикоснись ко мне, Господь! Pieskaries man, Sāt. Давайте сейчас поймем, что наш Бог всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий бодствует, на небе во славе сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует, на небе во славе сильный. Поднимай еще свои руки, провозглашай это, что твой Бог всемогущий. Всемогущий Бог, mans Dievs ir varens, Dievs viņš valda pār zemi no sava troņa. Gudrība, mīlestība, mans Dievs ir varens, Dievs viņš valda pār zemi no sava troņa. Gudrība, mīlestība. Прикоснись, Дух Святой. Всемогущий царствует, на небе во славе сильный, мудрый, любящий, всемогущий. Господь, подними свои руки и скажи, спасибо тебе, Господь, за твое исцеление. Спасибо тебе, Господь, что твоими ранами. Pasaki, kungs, paldies, ka tavās brūcēs. Я исцелен. Esmu dziedināts. Спасибо, что ранами твоими. Pateicos, ka tavās brūcēs. Я исцелен. Es esmu dziedināts. Аллилуйя. Шита ла 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 бра ба дара бо косу. Боре маши дара дара. Сейчас все, у кого есть опухоль в теле. Visi, kam ir audzēji ķermenī. Или грыжа. Vai brūka. Или глухое ухо. Vai kurla aus. Сейчас пройдите сюда вперед. Сюда вперед пройдите. Нация до спрекшу. Грыжа, опухоль, мастопатия.
Маста пахнет. Воспаление щитовидной железы. Сейчас сюда вперед пройдите. Вайрук дзезер екайсумс. Если у вас плохое ухо, то сюда вперед пройдите. Я им сэр курла аусюс. Сэр и варат нагдус приекш. Аллилуйя. Слава Иисусу. Слава Иисусу. Слава Езу. Слава Иисусу. Аллилуйя. Щитала-ла-ла-ла. Бафусу. Тора-ла-ла-ла-ла. Какая бы не была у тебя болезнь. Сегодня все зависит только от тебя. Šodien viss atkarīgs tikai no tevis. Просто захоти прикоснуться к Иисусу. Пожелай прикоснуться к Иисусу. Vēlēs pieskarties Jēzus. Пожелай прикоснуться к Иисусу. Izvēlēs pieskarties Jēzus. Иисус, ты нужен мне. Jēzus, tu esi vajadzīgs mums. Кто из вас вы можете нащупать свою опухоль? Kurš no jums var sataustīt savu audzēju? Запустите все руки, опустите. Nolaidiet rokas. Кто из вас вы можете нащупать свою опухоль или грыжу? Kurš var jums sataustīt savu brūku vai audzēju, vai kas tas būtu kaut kāds? Što vas? Kas jums ir? Rīžā. Našupajte jū. Što vas? Sataustiet to. Što? Uha. Neslyšat uha? Одно или два? Одно. Положи туда палец. Палец вставьте. Так, палец. Tā uz kur nedzird ielaiziet. Сердце. Сердце. Što vas? Щитовидка. Što vas? Što vas? Рука. Щитовидка. Что у вас? Если вы можете нащупать, нащупайте. И скажите вместе со мной, во имя Иисуса, я говорю тебе болезнь, до свидания, я прощаюсь с тобой. Если у вас опухоль, держите руку на опухоли. Если глухое ухо, держите свой палец в глухом ухе. Я подойду, буду молиться за вас. Давайте все простые руки. Дух Святой, мы просим Тебя. Пусть сегодня Твоя сила исцеления придет во имя Иисуса. Прикоснись, Дух Святой, силой Своей. Если я за вас помолился, еще стойте тут. Прикоснись, Дух Святой, пусть сила Твоего исцеления. Сила Твоего исцеления. Сила Твоего исцеления. Прикоснись, Дух Святой. Прикоснись, Дух Святой. Truāņa gudrība un mīlestība mans Dievs ir varens Dievs viņš valda pār zemi no sava Truāņa gudrība un mīlestība Naš Bog siemagušī carstvuje Во славе сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе. Во славе сильный, мудрый, любящий, всемогущий Бог. Наш Бог всемогущий царствует на небе во славе сильный. Сейчас поднимите обе руки свои Господу. Две руки свои к Богу. Скажите, спасибо тебе, Иисус, за мое исцеление. Спасибо, что ранами твоими я исцелен. Спасибо, что ранами твоими я исцелен. Paldies, ka tavās brūcēs esmu dziedināts. Paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, Jēzus, paldies Tev, Jēzus. Paldies Tev, Jēzus, par Tavu dziedināšanu. Paldies, Jēzus, paldies, Jēzus, paldies, Jēzus. Paldies, Jēzus, par Tavu spēku, par Tavu spēku, par Tavu spēku, par Tavu spēku. Paldies Tev, Jēzus. Podņemi šī ruki, blagadari Jēzusa, skaži, spasība Tev, Bog, za to, što Ti savēršājas čudisā. Paldies Tev, Jēzus, ka Tu esi tas, kas dara brīnumus. Halleluja, halleluja, halleluja. Amin. Amen. Amin. Amen. Šās vse, vse, vse. Visi, visi. Pravērti sebe. Pārbaudiet. Pravērti svoju tēlu. Pārbaudi savu ķermeni. Ruki, šiški, opuhali, grīži, nogi, glazā, visu, kas, uši. Если ты почувствовал хоть самое маленькое изменение в теле, помаши мне своей рукой. Я то есть сею, если хоть самое маленькое изменение в теле, помаши мне руку. Что у вас было? Касим сбия. Что у вас было? Касим сбия. А? Нога болела. Сейчас не болит. Слава Иисусу. Поднимите, что с вами было? Нога не болит. А как ваше ухо? А у вас вообще не слышит оно? Очень, очень, очень плохо. Ну, закройте свое здоровое ухо. Айзур, это вас волос.
сейчас слышите? Слава Иисусу! Слава Иисусу! И нога не болит! Аллилуйя! Ну как не сап? Аллилуйя! 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 Сейчас проверьте себя, проверьте, проверьте. Все парвалдит себя, парвалдит себя. Если ты почувствовал хоть какое-то исцеление, помаши мне своей рукой. Хоть какое-то исцеление, помаши мне своей рукой. Я однако зединашен, ты ют пармайнис, помай руку. Помаши мне своей рукой, если ты почувствовал исцеление. Помай руку, ман. Проверь сейчас свои опухоли, шишки. Парвалдит саус, аудзейс, кокат, пунусу. Проверь, проверь. Давайте еще. Что с вами произошло? Кас римс нотик? Вы плохо слышали правым ухом. Слышите? Аллилуйя. 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 А сколько времени не слышали? Сколько времени не слышали ухом? Ну, примерно. 70-го года. Вообще не слышали. И до этого вот вы плохо очень слышали, да? А сейчас закрывайте и все слышите. Сейчас все слышите. Слава Иисусу. Слава Давайте Иисус. Прославим Бога. Аллилуйя! Аллилуйя! Подними еще свои руки и скажи спасибо тебе, Иисус, за твое исцеление. Спасибо тебе, Иисус, за твои чудеса. Спасибо, что ранами твоими мы исцелены. Спасибо тебе, Иисус. Спасибо тебе, Иисус. Аллилуйя. Я сейчас предложу вам еще сделать одну важную вещь. Давайте сегодня возьмем такую жертву, которая бы зацепила Иисуса. Жертву, которая бы показала твое сильное желание, чтобы Иисус прикоснулся к тебе. Tā sieviete vēlējās tā pieskarties, ka viņa paņēma pašu dārgāko. Pašu dārgāko. Jēzum nevajadzēja tās mirres. Bet tas bija iemesls. Tas bija iemesls. Что она не могла просто так прикоснуться. Ведь не вряд ли, конечно, под пескартес. Если ты хочешь прикоснуться к Иисусу, нужно что-то ему дать. Я ту велась пескартес, я ему кое-что еду. Если ты хочешь сильно. Я ту специи. Прикоснуться к Иисусу, пусть это выразится в твоей жертве. Я ту велась специи пескартес. Мы поставим здесь позже остава упоры. Это ведерко. Сейчас траукс. Пусть сегодня это будет твоя жертва веры. Lai tā ir tavs ticības upurs. Возьми сейчас свою жертву, подними ее к небесам. Paņem savu upuri un pacel to uz. Скажи, Господь, Pasaki, Dievs, я хочу прикоснуться. Es vēlos pieskarties. Если ты хочешь, чтобы Бог прикоснулся к твоей семье, скажи, прикоснись к моей семье через эту жертву. Ja tu vēlies, lai viņš pieskarās tavai ģimenei, если ты хочешь, чтобы Бог прикоснулся к твоему служению, ja tu vēlies, lai viņš pieskarās скажи, Господь, kalpošanai. Прикоснись к моему служению через Kungs, эту жертву. Kungs, pieskaries manai kalpošanai caur šo upuri. Но я нуждаюсь в твоем прикосновении. Man ir vajadzīgs tavs pieskāriens. Я нуждаюсь в твоем прикосновении. Man ir vajadzīgs tavs pieskāriens. Спасибо тебе, Иисус. Paldies Tev, Jēzu. Аминь. Amen. Вы можете жертвовать с верой. С верой проходите жертву. Аллилуйя, аллилуйя.